Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Андрей Смолок, почетный академик Международной академии искусств. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Сегодня вы гостите у нас в Рязани. А что сегодня здесь происходит? Во-первых, приехал по приглашению галереи «Винсент». И у меня сегодня будет персональная выставка. Вернисаж будет сегодня после обеда в 4 часа. И я приехал еще за одним проектом своим, который я стараюсь реализовать по всему миру постепенно. Он называется «Рисованный экватор». А что это за проект? Расскажите нам. Ну, как сказать, люди, если хотят поддержать какую-то идею, философию, часто раз берутся за руки и вытворяют живую цепочку. Словаки сделали цепь человеческих рук во время Нежной революции 17 километров. Соединили два города. Очень культурные города в Средней Словакии. И они все-таки культурные соперники все время. И я придумал цепочку длиной 40 075 километров. В этом проекте не держимся за руки, потому что это невозможно. Этот проект обойдет весь мир. Эта наша цепочка пойдет по всем странам мира. Не обойдет ни одну страну. Не держимся за руки, потому что это невозможно. И личности мира пишут малые картины. Холстики 20 на 20 сантиметров. Я хочу сосредоточить 40 075 картин от 40 075 личностей мира. Значит, людей, которые что-то в жизни доказали. Не только художники. Спортсмены, олимпионики, космонавты, хирурги, педагоги, политики, культурные деятели, журналисты. Если я вас приглашу в проект, и вы про него где-то слышали и хотите, пожалуйста, обращайтесь на мое посла этого проекта, директора галереи «Винсент», здесь у вас в Рязани. Вы выполняете одно звено по мышечной цепочке и выполняете 1 километр на экваторе. Почему? Проект должен обратить внимание людей, народу всего мира на позитивное мышление, на то, чтобы мы дружились и не воевали против себя. В проекте нет ни одного слова «против». Проект за дружбу, за приятельство между народами, за то, чтобы мы себе помогали и говорили, как это можно сделать, не то, что как это нельзя сделать. А как пришла идея этого проекта? Я у Словакии реализую международные симпозиумы уже 25 лет. В сентябре будет 25-я годовщина моих проектов международные витварные фестивали, международные фестивали искусства. Мы сидим, была такая 4-я годовщина, по-моему, в ателье и смотрим новости. И в новостях была годовщина падения близнецов в Америке. И тогда художники, надо что-то сделать, какой-то протест или что-то там говорили. Какой протест? За что протест? Я потом думал, хотел, напишем общую картину, предлагаю. Это общая картина, большой, 20 художников напишет одну картину. И остановились на размере 20 на 20 сантиметров и раздал холстики, хорошо, будем делать такую цепь. Тогда я еще не думал, что это будут не только художники. Тогда я еще думал, что художники – все. Я этот проект развивал медленно, ездил по Европе, по пленерам, всегда брал холстики 20 на 20, и художники писали. Только потом, позднее, я думал, что это не будет только для художников, для всех, потому что не только художники культурные или должны показывать дорогу остальным. И хотя художник должен быть на один шаг перед народом. Да, чтобы люди шли за его искусством, а не то, чтобы он писал так, как вам нравится. Ну и так начал развивать проект «Рисованный экватор», потом назвал его таким названием, и его развиваем. В России проект стартовал 4 года назад в Рязани, я с ним уже ездил в Казань, недавно был в Великом Устюге, там Дед Мороз написал картину, да, он приветствовал, у нас было 8 художников. Он такой огромный, я такой маленький, он высокий. «Приветствую вас, друзья! Я знаю, что между вами есть художник словакий Андрей. Андрей, это?» Я вот так говорю, «Это я!» «Да. Ну, и знаю про твой проект рисованный, и вот я тебе
дарю картиночку, и пусть она тебя радует, и что она выполнила свое место в твоем проекте «Рисованный экватор». Это было очень приятно. И много политиков уже написали проекты. Мы его хотим развивать со словацким посольством в Москве в этом году и в будущем году. Знаменитые личности, а у вас их много. От Аллы Пугачевой по Киркорову, не знаю, что сказать еще. Чтобы они, эти люди знаменитые, подключились по проекту. Проект не про высокое искусство. Художники пусть пишут искусство. А не художники. Пусть напишут, что хотят. Цветок какой-то. Драматург театра в Словакии, у него не было времени, пришел на мое мероприятие, покрасил руку одним цветом, отпечатал другим цветом, подписал, написал «Ваши аплодисменты». Смысл проекта не то, чтобы писать красивые или хорошие картины, чтобы написать, чтобы вступить в проект. Вкладываешь картину, вкладываешь свою душу, если вы куда-то придете, там будет плохо, там вас будут ругать, бить, пить, все пьяные будут, приедете домой, что скажете дома? А там было так плохо, а если приедете домой, там было хорошо. Ох, как в Рязани было хорошо, я на параде был вчера, на трибуне стоял, меня поместили, все посмотрел, видел, как вы живете красиво, да? И подумал, надо подключить мэрию города, Министерство культуры, даже мы уже сегодня в Министерстве культуры были с директором галереи Винсент, губернатора, всю область, чтобы было видно, что губернатора, мэра, да, министра знают все. И про него знают, если его лично не знают. А если вы будете по телевизору показывать, губернатор области Рязань подключился под проект, ну и за ним пойдет больше людей, чем к каким-то неизвестным человеком. А вот вы перечислили некоторых известных личностей, а кто еще принял участие в проекте, и сколько стран-участников сейчас на данный момент? Сейчас стран-участников 54 стран. Но у некоторых, допустим, из России у нас много картин. Из Рязани у нас мало картин, потому что мы его в Рязани только стартуем. У меня, мой центр в Словакии, побывали ваши студенты, ваши преподаватели с училища художественного, студенты дизайна, дети художественных школ. И те, которые были у меня в Словакии, уже написали картинки. У нас, может быть, ваших 30 картин уже есть. Личности будут обознакомлены с этим проектом. Директор галереи напишет письмо, и все могут приходить в галерею Винсент в любое время. Только надо позвонить и сказать, когда я приду. Все, там будут холсты, там будут краски, все приготовлено будет, и могут написать. И каждый участник, кто напишет картиночку, выполняет анкет автора. Не обязательно про вас все данные написать, если будете писать картину. Имя, фамилия, профессия, возраст, чтобы потом была статистика, какие люди написали. Но если вы напишите картину, проект «Рисованный экватор», проект про позитивное мышление, вы должны быть добрым с тех пор. Вы не смеете ругать свою жену, бить детей, ругать. Ну, пиво можете пить, но не выпивать, быть хорошим человеком, показывать пример другим людям, как надо жить. А вот из мировых личностей, какие-то известные личности, кто еще принял? Из мировых? Да. Только словаки. А вот, ну... Президент Словацкой Республики, допустим. Хоккеист, чемпион мира Петер Бондра. Словацкие актеры. Но они, может быть, в Чехии и Европе чуть известны. Уже у нас 2000 картин. 1000, если все вернутся из мира. И начинаем работать уже над тем, чтобы написали люди известные мирового значения. Как, допустим, Алла Пугачева. Я добьюсь того, что... И добьюсь того, что ваш президент Владимир Владимирович Путин написал. Постараюсь как-то туда попасть. Говорите про это. Президент Словакии бывший, современный, еще не написал. Такой вопрос. Это ваш первый проект, который вы организуете, или есть какие-то еще проекты? Нет, это не первый проект. Проекты я делаю много. Я делаю такие
но локальные, но международные проекты на базе изобразительного искусства, допустим, сотрудничество Словакия-Украина, Словакия-Венгрия, Словакия-Польша. Я выиграл гранты с Евросоюза. Я на один проект получал около 50 тысяч евро. Другой тоже 50 тысяч. Третий есть с Норвегии деньги были у нас в Словакии. 62 тысяч евро получил. Это уже можно делать хорошие проекты. Это художники обменялись, пленеры на Украине, в Словакии и наоборот. Детей возили в Польшу, и польские дети приезжали к нам на неделю. Все из этого проекта я платил. Делал проект, когда было нашему городу 655 лет, город Снина. Делал проект, мы написали картину длиной 655 метров. Значит, холст 1 метр высокий и длиной 655 метров. 530 картин и 840 людей участвовало. Допустим, моя картинка мерит 3,5 метра. Мер города 1 метр. Мой брат 1 метр написал. Беспрерывно малювали, писали акриловыми красками 13 дней. Самая длинная картина, один художник писал, Шамил Гимаев, ему день и ночь посовывали холст, он писал, писал, писал. Вы пошли около, он на вас посмотрел и сразу вашу голову написал, и писал, и писал, 43 метра. Тоже про дружбу, про приятельство, годовщина нашего города была. Мой сын помогал с этим холстом, мы там украсили, там сшивали. Говорит, папа, очень хороший проект, но только ради... Я радуюсь, что вашему городу нет 2000 лет. Да. Много проектов было у меня. Этот фестиваль делаю 25 лет. В близкой среде Словакия, Украина, Польша, Венгрия. Таких пленеров нет. А, возвращаясь к теме рисованного экватора, где люди могут увидеть готовые рисунки? На сайте. Их там около 2000. А что за сайт? Ну, www.paintingequator.com или просто пойти на русский на рисованный экватор, там все найдут. И сайт найдут, все найдут. Да, они складываются у меня в галерее, в коробках по 25 штук. Позапрошлом году, осенью, я делал выставку рисованного экватора в Словакии, в галерее Словацкого радио, только словацких личностей. На выставке было 650 картин. Это огромная работа. И был очень хороший вернисаж, пришел президент, пришли другие личности, писатели, которые вложились в этот проект, которые написали картины. Оперные певцы пришли, огромное количество людей пришло. Про этот проект вы показывали по телевизору у меня уже все словацкое телевидение, государственное и частное. Интеррадио Словакия. Мы говорили одновременно, я по-русски, по-словацки и по-немецки. Мелита говорила по-английски, по-французски. Мой сын говорил по-английски и испански. А вот сегодня у вас выставка. А что это за выставка? Что там с работы? Я рисую и портреты, и акварелью пишу, и масляные пейзажи пишу. Но я в Словакии знаком такими картинами, имагинативными картинами. Сегодня будут показаны мои сны, мечты. Название выставки есть сейчас «Майская нежность». Приходите, посмотрите. А ну, где проходит выставка? Как долго она идет? Выставка проходит в Рязани, в галерее «Винсент». Она будет сегодня до 23 июня. А по адресу Кальная, 5, дом 5. Будем рады, если ваши зрители придут, посмотрят и скажут свое мнение. Потому что я думаю, что такая выставка, таких работ еще в Рязани не было. Спасибо вам большое, Андрей. Удачи в ваших начинаниях, удачи вам с вашими проектами. А я напомню, у нас в гостях был художник Андрей Смолок. Всего вам доброго и до встречи в эфире.